Наша система образования адаптируется к новым реалиям. Об этом сегодня говорили на заседании оперштаба при президенте. В школах уже проверили рециркуляторы отечественного производства. Есть нарекания, шум и неприятный запах. Премьер Александр Мартынов поручил сделать работу над ошибками. Должны сложиться несколько факторов. Первый фактор – это безопасность и комфортность, бесшумность. Следующий фактор – это существенное отклонение от цены в меньшую сторону по сравнению с иностранными поставщиками и относительно быстрые сроки производства и поставки. Поэтому ведите переговоры с производителем к концу недели. Пусть производитель конкретно нам обозначит, какие сроки он готов устранить вот те моменты, которые были выявлены в результате апробации этих рециркуляторов. Школы должны быть готовы к переходу в онлайн. Такую задачу перед правительством поставил президент. На следующей неделе в Приднестровье завезут 500 новых компьютеров. К отправке готовят еще 1400 моноблоков. Высокоскоростным интернетом уже обеспечили 95% учебных заведений.